Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у нашій студії ми вітаємо Федора Клименка, головного редактора сайту «Руський монітор». Доброго вечора, Федора. І з Федором ми будемо говорити про останнє розслідування Олексія Навального. Так, це засновник фонду боротьби із корупцією. Учора вийшло його нове розслідування, так? Достатньо довгий час Олексій Навальний не робив розслідувань, тому що з часів фільму «Он вам не Дімон», так? Який розповідає про російського прем'єра Дмитра Медведєва. Отже, давайте кілька слів скажемо про що розслідування, і, як на мене, це розслідування мало б бути більше цікавим західним глядачам, так? Чи західним урядам, ніж навіть самим росіянам. Ну, я бы так не сказал, потому что само по себе это расследование имело сразу такой несколько желтоватый, я бы сказал. Початок. Да, желтоватый, скандальный характер, и поэтому само по себе расследование, я думаю, что было интересно и российским зрителям, даже не столько с точки зрения, как оно раскрывало всякие разные аспекты, в частности, опять же, связи и возможного влияния российских тех или иных структур на американские выборы, которые были интересны западным зрителям. Но, в частности, опять же, те самые, скажем, такие пикантные аспекты жизни российской элиты еще в очередной раз были продемонстрированы. Это для российского зрителя это, несомненно, имеет интерес. Олигарх с 20-летними девчатами, да, и так далее. Да, так, да, и вице-премьер страны. Да, да, именно так. Да. Мы говорим про Олега Дерипаску и также про пана Приходько. Он керівник аппарата президента. Он является так? руководителем аппарата президента, вице-премьером. Але ж в розслідуванні не головне, так, як вони проводять час і дозвілля. Хоча, ну, це також цікаво. Коли вони знаходилися на яхті 16-го року, а те, про що вони говорять. Да, там були достатньо інтересні моменти, в частності, судя по всему, ну, по крайней мере, можна зробити такий вывод, що сам Дерипаска і його гость Сергій Приходько не знали, що їх их записывают. Разговор записывают, и в общем в этом разговоре там были достаточно интересные моменты. Например, в частности, оказывается, что Дерипаска говорит, что известная в Украине Виктория Нуланд является подружкой господина Приходько, и прочие там моменты, связанные с российско-американскими отношениями. И в общем, я думаю, але там є цікавий зв'язок, який Олексій Навальний наводить, що Олег Дерипаска, він зв'язаний із Полом Манафортом, так? Ну, да, разумеется, Пол Манафорт був представлял интересы Дерипаски в Соединенных Штатах. Как мы знаем, Дерипаска долгое время пытался получить вид на жительство в Соединенных Штатах. Дерипаска представлял интересы базового элемента его структуры Дерипаски. Насколько мы знаем, по крайней мере, по официальным данным, со слов того же Дерипаски, сотрудничество было для Дерипаски неудачным, Манафорт остался ему должен каких-то денег. И, в общем, в этой ситуации все тоже достаточно забавно. От коли говорити про розслідування, яке робить фонд боротьби з корупцією, заснований так, Олексієм Навальним, його розслідування дивляться в Україні так, особливо там, коли показували розслідування про генерального прокурора, згодом про Дмитра Медведєва. Наскільки популярними ці розслідування є в Росії, так? Ну, смотрите. От я бачив, що після розслідування на наступний день, тобто сьогодні, Олексій Навальний, він написав про те, що цьому останньому розслідуванню, де фігурує Дерипаска, російські ЗМІ не надали великої уваги. Десь хтось там передрукував. Смотрите, на самом деле, когда вышло вот это вот самое достаточно, я бы сказал, ну, бомбовое расследование, то есть оно взорвало социальные сети, YouTube, разумеется, оно вышло в тренды YouTube моментально, но при этом действительно до самого утра ни одно из крупнейших российских СМИ, даже так как бы независимых и принадлежащих каким-то там не государственным структурам, а коммерческим, ни одной публикации в этих СМИ не было. В общем, Навальный об этом написал. И первые публикации, касающиеся этого скандала, вышли только после того, как Дерипаска и его пресс-служба заявили о том, что все, что
Показано в этом материале ложь и провокации, и они будут добиваться... Навіть спростування в суді, да? Да, и только после этого стали публиковать что-то, так, крупные издания российские, типа РБК и так далее. Потом появились цитаты из того, что сообщил журналистам по этому поводу Песков. И... В общем, да. А як суспільство на загал російське відноситься до тих всіх розслідувань? Так, ну зараз ми говоримо там. Ну, смотрите, есть в России есть суспільство, есть суспільство. То есть как бы есть два суспільства. То есть для одна часть общества российского не относится никак, просто потому что она за ним никак не следит. Это, скажем, телевизионное общество. В общем, оно даже слабо представляет себе, кто такой Навальный. То есть это надо быть объективными. Другое, это, разумеется, это большая часть российского населения, скажем так. Не будем тут высчитывать проценты, но в целом это большая часть. Другая часть общества, интернет, которая, в общем, более, скажем, современная и пользуется интернетом, она с большим интересом смотрит Навального. И учитывая то, что ну, мы видим просто рейтинги канала Навального, рейтинги других интернет-медиа Навального, они, в общем, на самом деле... Я бы сказал, по Ютубу Навальный один из главных русскоязычных Ютуб-каналов. Это о чем-то говорит, конечно, с миллионами просмотров. А вот как реагует суспільство, когда бачит, например, факты коррупции, так, великі? Ну, после расследования. Ну, смотрите, в России не существует, ну, в таком, как бы, западном смысле, или ну, вообще в правильном смысле, не существует гражданского общества. То есть в любом нормальном обществе, вот, которое имело бы развитую систему СМИ, ну, даже сравним с украинской, да, подобного масштаба вот, расследования были бы не произведены. Но в Украине. У нас выбухая СМИ, так, да. Вы показывают что-то такое? Ну, то есть это пришло бы к тому, что там, ну, к каким-то достаточно массовым и регулярным массовым акциям, и я думаю, что, в общем, власти бы подобных расследований, скажем бы, опасались, и, в общем, это имело бы какой-то эффект. В России же, в общем, скажем, Навальный, его сторонники и государство, и та, скажем, пассивная часть общества, живут совершенно в параллельных мирах. То есть Навальный может выпустить какое-то расследование, там, скажем, 50 там, или даже 100 тысяч по всей России там, выйдут в этот момент на улицы, и государственные СМИ в очередной раз скажут, что горстка отщепенцев и там... получатели грантов от западных НКО вышли мутить воду, ну и, собственно говоря, ничего. Это максимум, что об этом будет сказано. То есть, по большому счету, это вот в достаточной степени, я бы не сказал, не, ну, два параллельных мира. Якщо ми говоримо про самі сюжети і про самі розслідування, чому дозволяють їх знімати, так? Про прем'єр-міністра, про генерального прокурора Росії? Ну, во-первых, я полагаю, что все-таки Навальный не спрашивает особого разрешения, что ему снимать. Он, ну, ж теми резонансні піднімаються, розумієте? Майно генерального прокурора, компанії і так далі. Чи прем'єр-міністра, що йому належить? Ну, я розумію, що Навальний не питається, що йому знімати. Він знаходить тему і розвиває, да, так? Розумієте, проводить розслідування. Навальний обладає великолепним медійним чуттям. Він розуміє, які теми можуть, ну, говоря на жаргонному язикі, вистрілити. Він, відповідно, тему розвиває і... Да? Але чому йому дають їх робити, так? От, не блокують, всі дивляться. Ну, ти можеш... Що значить не блокують? Щоб заблокувати Навального, извините, нужно заблокувати інтернет, запретити доступ к Ютубу. І, в общем-то, на даному етапі то, що ми бачимо, скажем, в розвитті наступлення російського государства, в тому числі на інтернет, до такого рівня, скажем, вони ще не підійшли. Тобто, ще, в принципі, залишилось недовго, ну, скажем, для того, щоб ефективно займатися подобными блокировками, нужно иметь развитие контроля над интернетом на уровне китайского. В России, в общем, пока это еще является, скажем, некой перспективной целью, которую сейчас российское государство активно двигается. Поэтому не блокирует. Ми говорили про суспільство і про розслідування. Так, от це велика корупція, так? Масштаби великої корупції, які показує Навальний. Да, тобто найперші особи країни є причетні до неї, так? Да, у російське суспільство воно усвідомлює, яких масштабів має корупція в Росії, на вашу думку, чи ні?
Ну а щепенцы с щепенцем еще вони виходять типу на вулиці, так? Понимаете, в чем дело? Я думаю, что в значительной степени российское общество, вот я имею в виду те, скажем, стандартное российское общество, в значительной степени его сознание тоже поражено вот некой, скажем, я бы сказал бы даже это болезнью, потому угу. что для очень многих людей факт коррупции, он является не то чтобы приемлемым, но, скажем, нормальным. То есть, ну, по-другому они просто себе не представляют, что может эта система как-то существовать. Поэтому, да, когда им говорят коррупция, ну да, корупция, ну... В лісу жити по волосі. Ну, тобто, всі живуть за принципом, ну, йому повезло в житті, да, ну, дорвався, да, так, именно, має право, именно, так? Іменно так, да. Якщо порівнювати Росію і Україну, так, ви живете вже кілька років в Україні, жили до того в Росії, ви бачите людей тут і бачите людей там. Про Україну також говорять, як про країну з високим рівнем корупції, так? Її називають номер один в Європі. Якщо ми беремо континентально, що це країна з найвищим рівнем корупції. Існує різниця між Росією і Україною щодо корупції? Ну, понимаете, в чем дело? Я розумію, ми не беремо тут питання масштабів, так? Я б в Росії і в Україні, скажімо, українська корупція відрізняється від російської, я не говорю по масштабам, можливо, навіть сопоставимі масштаби, скажімо, від рівня в цілому, mm-hmm. да? Но в цілому українська система корупції відрізняється від російської в лучшу сторону тим, що в Росії корупція централізована. В Росії вся государственная система представляет собой общак, один общак, который, собственно говоря, идет с самого низа, то есть, ну, понимаешь, что такое общак, это вот некая некая воровская, ну, криминальная система сбора денег, то есть параллельно существуют параллельные бюджеты, которые формируются на всех уровнях и так, таким образом доходят до самого верха, а там они трансформируются уже в некие фонды, которые уже глава государства, там царь и его приспешники могут тратить на собственные нужды. Там, хочешь там, дворец за миллиард долларов, хочешь войну где-нибудь развязать, вот опять же в Украине, то есть это же все финансируется за счет внебюджетных фондов. В Украине коррупция работает по-другому. В Украине есть, скажем, я так полагаю, mm-hmm. я не являюсь экспертом по внутриукраинским делам, я так полагаю, существует, скажем, несколько, там, может быть, там, центров, группировок, которые конкурируют между собой. Блок Петра Порошенко, Народный фронт, ну, так? Вы все маете на увазе, так? Нет, я не имею в виду, я условно говорю. Ну, теоретично, так? Теоретически, да. И, в общем, в данном случае, так как происходит постоянная конкуренция между более-менее, скажем, равновесными группировками, то за счет этого гражданское общество сможет выживать. В России при вот этой централизованной пирамидальной системе сбора коррупционных доходов, коррупционных вот этих средств, это практически невозможно. То есть в России нужно сносить полностью всю эту систему для того, чтобы... Якщо ви говорите, що в Росії корупцію сприймають таким чином, що, мовляв, ну і що? Так? Ну, він зміг, він має посаду, це дає йому право. Для чого тоді Олексію Навальному робити ці розслідування? Ну, якщо ментальність є заточена зовсім на іншу точку зору. Ну, понимаете, в чем дело? Розумієте питання, так? Да, конечно. Я могу вам сказать, во-первых, в целом, когда происходят какие-то существенные изменения в обществе, мнение большинства, вот этих самых, тех самых там 84%, не играет никакой роли. Всегда перемены и влекут за собой активную позицию, консолидированную позицию сплоченного меньшинства. Поэтому в данном случае то, что думает и по большому счету вот это большинство вот, имеет такой образ мысли, потому что весь этот образ мысли ему ненавязчиво внушается, потому что он выгоден правящей группировке. И в данном случае эти люди будут думать в достаточной степени быстро по-другому, если машина, вся эта машина медиа будет работать не на, условно говоря, группировку Путина, которой это выгодно, а она будет внушать им демократические ценности и так далее. Это все достаточно пластично. Коли ми говоримо про розслідування, наскільки важко ці розслідування робити в Росії, перебуваючи, так? От ми бачили, там ну, зараз легше, так? Є Інстаграм, є соціальні мережі, ми можемо побачити і так далі. Чи є аналогічні розслідування, які робилися в Росії? Які заторкують інтереси перших осіб країни? Ви маєте, ну, аналогічний Навальному? Так. Да. Ну, скажем, в России в доінтернетовську епоху, до вот
как бы, эпоху, вот, которая, скажем, ассоциируется с расследованием Навального, были целые, скажем... И навіть зараз, під час Навального, чи хтось займається таким? Ну, скажем, я бы сказал, что это, прежде всего, издание «Новая газета», которое тоже, скажем, оно делает, ведет свои расследования достаточно дозированно, просто по той простой причине, что, скажем... Она больше вынуждена лавировать в, скажем, между интересами разного рода финансовых и, скажем, политических группировок, потому что она, ее нельзя назвать полностью неангажированной, но в целом она делает ряд достаточно часто интересных расследований. Скажем, это издание «Фонтанка», который тоже не совсем нельзя назвать полностью неангажированным, тем не менее. Ну и еще ряд нескольких изданий. А вот... Ну, скажем, я бы сказал, что просто вот издание, вот расследование Навального отличается от расследований вот этих изданий тем, что они, скажем, более... Скажите, официальных ЗМИ, так? Да, они более облечены в более популярную форму, более форму... скажем, понятную для интернет-аудитории і для молодежи. Ну, там більше журналістика, так, присутня, да. Тобто в формі. Да, да, да. А Навальний це він просто подає від себе. Да, 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 да. За великим рахунком, якщо говорити про ті всі речі, які відбуваються у Росії, і от таке сприйняття корупції, так, суспільством, українці по-іншому сприймають корупцію, на вашу думку, зараз? Вот вы спілкуєтеся с украинцами, живете? Ну, мне кажется, что, в общем, что-то похожее есть, мне кажется. С россиянами, так? В этом вот отношении, да. Що ви маєте на увазі? Що вони сприймають так само корупцію? От комусь повезло, мовляв, він, як в нас говорять... Ну, опять же, это зависит. Скажем, если, скажем, простой, вот условно говоря, простой человек, он скорее, мне кажется, воспринимает примерно так же. А интеллигенция, але конечно... індекси говорять зовсім про зворотні речі, так? Не сприйняття корупції, що українське суспільство на даному етапі не сприймає корупцію дуже сильно. Ну, може бути, да, я... Тобто, ви, і от в цьому саме різниця. Коли ви говорите, що росіяни в більшості своїй, вони сприймають корупцію, то... Вони, ні, вони не говорять, смотрите, ще раз, я об'ясню, вони не говорять, що корупція – це хорошо. Вони просто бачать корупцію, як неке, ну, неізбежне, ну, вот как, скажем, неотъемлемая часть вообще существования. Вот после революции гидности, яка відбулася в Украине в 2014 році, основным гаслом, яке залишається до нині, є антикорупція. Это я помню, да, да. Є дуже багато організацій, антикорупціонерів. На вашу думку, в Росії змогла певна група людей, активістів, чи певних представників, ви говорите, що там громадянського суспільства нема, об'єднатися навколо ідеї антикорупції, на вашу думку? Чи це нереально? Ну, все это, опять же, зависит от очень многих обстоятельств. Скажем, в Украине, как мы помним, революция достоинства произошла за счет того, что в России, в Украине существовал достаточно серьезный и твердый консенсус среди достаточно влиятельной части элиты, куда входили, как мы помним, депутаты Рады, влиятельные бизнесмены и политики. И отнюдь не только, скажем, уличная часть вот этого всего протестного движения. В России, к сожалению, почему, вот, предположим, протесты 2011 года, которые были весьма масштабными, провалились? Просто по той простой причине, что это было уличное движение, которое не имело вообще никакой значительной, по крайней мере, поддержки со стороны элит. Если бы вот эта поддержка была, то вполне, то, в общем, совершенно трудно. Я не исключаю, что в России могло бы произойти там что-то подобное с революцией достоинства. Тому що нема підтримки еліт, на вашу думку, ще? Ну, конечно. Ну, а сами подумайте, если бы в Украине, вот на Майдане, вышел бы только народ, и не было бы поддержки со стороны депутатов, не было бы поддержки со стороны телевидения, не было вот всего того, что, ну, что у нас было в Москве в 2011 году. А чому така, на вашу думку, разюча різниця між Україною і Росією? Так, от в Україні знайшлися депутати, які вирішили підтримати протест, а в Росії, ви говорите, їх не знайдеться. Я вже говорю, що в Україні... В России вот эта путинская вертикаль власти к 2011-2012 году. Ну, дивіться, але в Украине та сама ситуация была фактично за Януковича, чи вона іншою была, так? Вертикаль ну, цементувала. На самом деле он пытался выстроить эту вертикаль, к счастью, у него этого не получилось. А Путин ее достаточно успешно на протяжении своих первых двух сроков выстроил. Была зачищена, в общем, любая
не входящее вот в этот вот элитный консенсус, который был в России, и который, в общем, центром кристаллизации, который был такой пресловутый кооператив «Озеро», она была вся вычищена, Дума была полностью стерильна и не имела в себе абсолютно никакой оппозиции правящей группировки. И, в общем, поэтому в значительной степени мы видели, что улица оказалась в данном случае одна. От ви говорите про те, що фактично якось переламати ситуацію неможливо. На вашу думку, розслідування Олексія Навального – це як глаз вопиющего в пустині? Я не говорю, що невозможно переламити ситуацію. Я вважаю, що ситуацію переламити возможно, але, скажімо, ця ситуація повинна дозріти. На даному етапі розслідування Олексія Навального – це як голос вопиющего в пустині? Нет, они, в даному випадку, я думаю, що вони... Учитывая, скажем, прямо-таки, скажем, и, на мой взгляд, нам вот пытаются, скажем, опять же, в Кремль и там устами своих там политологов и глашатаев нам пытаются внушить, что элита монолитна и сплочена вокруг Путина. Это совершенно не так. Как мы видим, все последние годы, особенно вот 17-й год был... сопряжен с тем, что сажали губернаторов, постоянно тасовали значительных фигур в силовых структурах и так далее. То есть это сейчас вот мы видим посадки, фактически полную зачистку элит Дагестана. И, как мы понимаем, а чему это происходит? Вот, была структура, а сейчас начинают... такі незрозумілі дії з боку там влади російської. Ну, з чим це пов'язано? Ну, смотрите, передвиборчі рухи? Я думаю, що це не тільки передвиборне движення, я думаю, що на самом деле це якраз признак, косвенний признак той турбулентності, в которой путінська еліта попала, очевидно, попала на туди, скажем, под управлением Путіна, і, в общем, як ми знаємо, скажем, на чем зиждился консенсус между Путиным и российскими элитами? Это, условно говоря, что Путин обеспечивает элитам возможность безгранично воровать, а, соответственно, Путин обеспечивает их интересы и может... в том числе и на Западе. То есть как бы это достаточно удобно. Они воровали в России, выводили на Западе, и все было хорошо. В 2014 году, когда началась агрессия против Украины, когда пошли санкции, в общем, вся эта система стала сыпаться. То есть на путинские друзья и, в общем, верхний круг российских олигархов становились все более токсичными. Соответственно, вопрос сохранности денег становился все более насущным. И сейчас я в этом просто не сомневаюсь, что элита находится очень в таком достаточно подвешенном состоянии, потому что то, что нажито непосильным трудом, терять совершенно не хочется. Вот, скажем, даже вот непосредственно перед тем, как должен был оглашен быть этот русский кремлевский список, куда попали 211 человек, мы знаем, об этом писали и такие авторы, как Илларионов, или Пианковский, и многие другие из Вашингтона, которые в этот момент там находились, что целые табуны лоббистов, нанятыми русскими олигархами, там буквально наводнили там эти коридоры Капитолия, пытаясь найти какие-то лазейки, чтобы там их клиент не попал в эти санкции. То есть понятно, что здесь совершенно очевидно конфликт интересов. То есть, ситуация интересов олигархов и их семей, которая заключена в том, чтобы сохранить и приумножить свое богатство, и, условно говоря, передать это своим детям. То есть, и интересы Путина, которые в данный момент, в общем, прямо-таки скажем, я бы не сказал, что вполне соответствует этим интересам. Соответственно, здесь мы видим тоже потенциал для раскола. Дякуємо Федору Клименко, головному редактору сайту «Руський монітор». Наша програма підходить до завершення. Мене звати Любомир Ференц. І вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайм» із Аркадієм Бабченком.